поймали с поличным. Строительные чиновники Акимата Карагандинской области подозреваются во взяточничестве. Как сообщает антикоррупционная служба по Карагандинской области, по подозрению в получении взятки изобличены заместитель руководителя и главный специалист одного из управлений Акимата Карагандинской области. По версии следствия, речь идет о сумме в 1 миллион тенге, полученной от директора предприятия, осуществляющего авторский надзор за согласование акта приемки строительства и дальнейшей эксплуатации спортивно-оздоровительного комплекса.